Мы вчетвером с Красноярска, один из Питера. А, из Питера? Из Севера. Снегов Иван, бар с никнейм. Спасибо большое. Ну, спасибо. Значит, вы приехали из Красноярска, да? Да. А вы сколько лет уже играете в доту? 5 лет. 5 лет. А вам сколько лет? 20. То есть с 15 лет играете, да? Да, где-то так. А почему вы начали играть? Разговаривать не умеете. Случайно начал играть. В смысле случайно? Ну, играл в Warcraft, потом друг позвал поиграть в доту. И все, 5 лет как в тумане. А почему в тумане? Потому что каждый день следующий, как предыдущий. Играю. А как ваши родители относились к этому? Ну, сначала отрицательно, а потом как бы поняли, что это в учебе не мешает и нормально относятся. Ну, то есть школу вы нормально закончили? Да, без троек. Без троек. А сейчас вы чем занимаетесь? Где-нибудь учитесь? Учусь в институте. И все равно играете в доту? Да. Она не мешает? Нет, не мешает. Да, на кого действительно учитесь? Экономист. А почему не на... В основном дотеры-программисты. Ну, не знаю, как-то это не мое. То есть это не ваше? Ну, с математикой, вы просто там играете, да? Да. А как вы считаете, что вам дота вот дает для вашего развития? Не знаю, развлечения, общение, путешествия. Так, как бы, особо такого развития не думаю, что она дает. Быстро соображать, рассчитывать ходы наперед и все. У вас появились новые друзья, наверное, да? Да, конечно. Вот вы ездите. Ну, вам это сколько вы еще планируете играть в доту? То есть всю жизнь или все-таки? В ближайшие 3 года точно планирую играть. А ждете доту 2? Ну, уже играем, да, у нас. Ну и как вам, что больше нравится, Dota 1 или Dota 2? Пока Dota 2 не доделана до конца, Dota 1 больше нравится. В перспективе, конечно, за Dota 2 будущее.